Приключения Jet Extreme продолжается у нас. Сегодня будем исследовать Мурен и Селингу немножко. Так, ну давай это оттолкнем. Туда толкнем, там заведем его. Сегодня взяли имя, я забыл. Идыр? А, точно, как речка, Идыр. А, меня зовут Идыр. Да, это, дружище, а мы на камнях. Сапоги одеваешь вперед. Лучше ее, это, знаешь что, лучше ее носом, наверное, туда столкнуть. Тут, подожди, а, ну сейчас надо мотор поднять. Сейчас я мотор подниму. Так, нормально? Не, мы не пройдем так. Есть камни. Там сзади камни. Че, намочишь? Ну тебе не привыкать туда. Там переоденешься. А ты сразу сходу сейчас переодевайся. Опыта мало у этих ребят. Думали, это лодка. И туда, ну прыгайте на эту и потолкайте. Ага. Ну, в принципе, можешь не толкать. Прыгай. Идер — это местный рыбак, который работает на этой базе. Он знает все места. Сейчас мы с ним плаваем на Селингу, на Мурен. Смотрим доминевые ямы. Он специалист по нахлосту, мне предлагает научиться. В июле, наверное, приеду. Буду учиться у него нахлост. Селинги у нас.
Галю. А, вон он ставит. И это Галю ставит. Смотри, смотри, вон ставит. Хайрисон, вот и кинок бишь хайрисон, вот и кинок. А не, линок. О, линок. Линок. Тихо, тихо, тихо. Сразу один. Дай мешонок. Да? Чичкин толдой нычи. Дай мешонок. Дай мешонок. Какой это тайми? Маленький. Хороший тайми. Это малек. Экспедиция к истокам Селинги продолжается. Сейчас 4 часа по-монгольски. Решили сегодня километров 60 по Мурену прокатиться вверх, посмотреть, что из себя представляет Мурен. Сегодня с утра местный рыбак возил нас по тайменевым местам, показывал нам. Что-то это ни хрена не тайменевые места. Ну, ладно, ничего страшного, сейчас сами будем искать это все. Так, Йока, ну что мы? Лодка готова, сэр. Йока готов тоже. Йока уже все понимает, всю блатную феню джет-экстрима. Ну давай, друган. Так, ну давай вдвоем ее столкнем тогда, лодку, да? Одному-то, наверное, тебе неудобно будет. Полегче же, когда и дальше было. Думаю. Там мотор надо будет поднять. Да нет, давай вдвоем. Сейчас. Подожди, как подержи тогда камеру. А, стой, мотор. У меня мотор там не фиксируется нифига. Ну давай тогда, знаешь, мы носом туда развернем, но тогда будет так проще, наверное, ее столкнуть. Ну. Йока уже все освоился. Два дня со мной проплавал. Давай нос туда разворачивай. Да не, давай толкай, разворачивай.
чтобы нам легче было. Что, идет там, нет? Давай, ты нос сюда толкай прямо. Сейчас поедем мурен исследовать. Сегодня с утра немножко неудачно все у нас получилось. Нам вместо тайменевых мест линковую показали. О, налегке пошла. Давай вперед, все, прыгай. Сейчас она пройдет сама уже дальше. Давай, еще протолкну чуть-чуть подальше. Там вот такие места, рыбы вообще нет. Почему, непонятно. Здесь сегодня подъехали, здесь такие стаи огромные, ринки, конечно, не огромные, где-то за килограмм. Прямо такая стая здесь огромная ходила. Вот ей, пожалуйста, мурен, так я понимаю, более рыбная речка, чем Либер.
Я что предлагаю, чтобы сильно не напрягаться, завтра съездим порыбачим по Селинге. Нам надо все-таки хоть поймать что-нибудь. Хотя мы это каждый вечер говорим. Это, кстати, я вам сейчас покажу корейского студента. Я знаю, знаешь, что предлагаю? Приедем, покушаем, отдохнем, вытащим лодку завтра, спустим, машину полоснем, загрузимся, ляжем спать, утром рано встали и поехали. Ну а что мы с тобой будем когти рвать? Опять устанем, как ненормально.
домой. Йока меня провожает до границы. Йока меня до границы провожает. До границы нам сколько осталось? Я нам отчет, сейчас мы идем до Баентеса, да? Километров 100 проехали, получается. До Баентеса что мы там считали? 200 километров нам осталось с гаком. Вот такой перевал небольшой. Газар, Баян Хайрхан. Наверное, здесь можно даже переночевать. Ну что, покушаем? Блюдо. Вообще мясо. А как это без бульона? А, то, что мурень? Ну давай я тоже буду. Сниматься. А? Будем сниматься, нет? Грозный дед пришел, да? Назад пошло. Вот здесь, да, может, бревно зайдет вот это место.
взять за порог. Боюсь за это. А так она назад идет на все. А эту нахуй поставили? Ну, на всякий случай. Может, а то она, если бы не прокрутит. Если не прокрутит? В смысле, чтобы ее надуть потом? Да. Ну и что, пробуем? На, поснимай. На героя нашего снять. Внутри батареи. Она внутри батареи. Следите. Я по-монгольски не понимаю. Что, назад пробуем? Сейчас, пока подождите. Ага, да. Стой. Да.
картах чыкты. Это в натуре супер ребята, блядь. Мы как лошары тут зарылись. Ну не как лошары, конечно. Так-то вроде все с виду нормально было. Прицеп задний этот не подрасчитало, честно говоря. Ничего страшного, ладно, научимся. Выбор Z-Extreme. Профессиональная фото- и видеотехника. DJ Running the Best. Бинар. Магазин фототехники.